Всем привет, это Atomic Heart. У нас сегодня 8-я серия по прохождению на канале Чернецкий SSTV. Теперь говорю так, правильно. Так, мы, значит, собираем подружку, чтобы она включила этой Терешкова. Одну мы там как бы попросили сделать, да, включить эту сирену какую-то. Она говорит, мне надо подружку. Мы там уже руки, что-то ей ноги собрали. Уже не помню, что там нужно. Ну, что-то нужно дособрать эту подружку. У нас появилась вот такая вот базука. Пистолетик у нас есть, дробовичок. И наш несомненный спутник. Так, ну ладно, поехали. Что, не будем откладывать. Лечилки у нас вроде есть, показывает двигаться наверх. Так, снизу он там какие-то вещи. Такая что? Это открывает как-то путь сюда. А, нам тут не хватает этих капсул, да? Так. Ну что, пойдемте посмотрим наверх. Что да как, почем у нас идет. Так. Будем искать остальные части подружки. Пока противников мы не видим. Тут быстро роботы ходят. Надо ни на кого не напороться. Оп-оп-оп. Не попал. А его желательно нам топорнуть. Так, туда не заходит. Пока никого не... Выше нам был подниматься, что ли? А, вон чувачочек появился. Так, пойдемте-ка наверх. Выше нам, наверное, опять завелся. То есть это временно мы их можем только мы своим зарядом остановить. Так, куда идти? Кого пока не... А тут закрыт, походу, или открыто? Там, кстати, я тоже не помню, что мы были. Не сюда. Открыто что-то. Помещение выставки. Головной модуль обнаружен. Определяю координаты. Черт, темень какая. Не к добру. Здесь мы еще не были. О, тут какие-то... Какие-то вещички. Так, берем. А что, у нас лечилок нет, что ли, ни одной? Пипец. Я даже не знал, что у нас нет лечилок. Стоям бы. А это что за штука? Капсула адреналин какая-то. Так, а нам эту можно включить, она их всех порубит. По идее. Там у нас еще есть еще одна капсула. Есть.
Так, все, нет. Четвертое. Так, собираемся. У нас тут много чего собирать. Ну, зон так играет. А шла на этой. Дешевка. Ничего опасного нет. А, нет. Так, четверочка. Прикольно играет. Так, ну еще тут. Нам бы сохраниться бы где-нибудь. Так, стоим еще вот. Так, вон там что-то вижу. Так, что, куда нас метка ведет? Дальше сюда. Обратно или это другой выход? Мы через него уже пришли. У нас лечилочки, кстати, появились. Охраночка. Сохранение данных. Так, что у нас тут по оружию? Доступ посмотрим. Разрешен. Может, что-нибудь набрали уже? 56-64. Недостаточно. Уже имеется. Ну и... Блин, лечилки нам хотя бы... Штучки 4 сделать. Так, лечилочки сделали. Чё, поехали дальше искать. Так, у нас головоломочка. Там что-нибудь опасное. Посмотрим, что тут у нас. Тут просто по цвету. По цвету попроще, просто тут на реакцию идет, когда надо собирать уже там вот эти лампочки. Так. Чувачки. Так, одну штучку. Готов. Еще там есть один.
быстро заканчивается заряд на ружьишке, конечно, не есть хорошо. Так, у нас здесь какие-то припасики имеются. Что за звуки? Что за звуки у нас тут? Это ящики, холодильники, что ли? Кому-то не повезло. Так. Все здесь, ничего больше интересного нет. Вроде нету. Так, и чё, куда? Твою мать, где этот долбанный вход к оторванной башке? Под землей, что ли? Пипец. И как нам туда? Так, поседаем. У нас ход тут один, да? Так, ну идем, чё, давайте на ружьишко переключим. Хотя заряда маловато, конечно. Заряда у нас мало. Это что еще тут такое? Где-то радио играет. Так, ну можно тут вверх подняться. Что, можно вылезти? Охренеть, и где тут голову искать? Вам нужно попасть в зал Икар. Он находится на втором уровне помещения. И где вход? К сожалению, у меня нет такой информации. После боя тут все запуталось. Я заметил. И как это поможет? Не знаю. Просто положение. Ладно, попробуем. Вариантов все равно не будет. Это электрощитовая. Отлично. Потеря связи то, о чем я мечтал. Нифига, у меня полные жизни были, и меня за один раз зафигачили. Жалко. Жалко. Мало заряда, прям надо где-то в способностях увеличить длительность использования заряда. Так. Так, что мы там? Так. Блин, плохо, опять тут надо взламывать. А. Да, странно. Где второй? Долбанный вход к оторванной башке. Под землей, что ли? А, мы голову ищем, как бы. Охренеть, и где тут голову искать? Вам нужно попасть в зал Икар. Он находится на втором уровне этого помещения. И где вход? К сожалению, у меня нет такой информации. После сбоя тут все запуталось. Я заметил. Может, понять каменную бутылку? И как это поможет? Не знаю, просто подожди. Ладно, попробуем. Вариантов все равно не будет. Терешкова, где тут электрощитовая? Отлично. Потеря связи то, о чем я мечтал. Есть. Подходи, подходи, Лео. Надо вот этих вот в первую очередь.
прокатимся. Вообще хоть не убиваем. О-о-о. Застрял, что ли, робот? Готов. Так, ну и что дальше? Нам надо, короче, найти бушку, я понял. Что за кнопочка? Белуга – самый быстрый и многозадачный из подводных аппаратов в мире. А, это мы когда ныряли, вы как раз и видели. Способен выполнять гражданские операции и погружаться на глубину 3000 метров. За последние годы мы узнали о дне океанов куда больше, чем за весь прошлый век. Тайны нет. Крабы, тина и пара видов одинаковых рыб. Полагаю, все обстоит немного сложнее. Так, что-то еще есть. Что пропустили. Так, отсюда мы вылезли. Так, а тут что? А тут что у нас интересненького? Что у нас по ружьишку? О, ружьишка, вообще патронов нету. Так, а что у нас есть по средней капсуле? Это у нас адреналин, восстанавливает здоровье и рывок. Моя капсула непрерывно восстанавливает здоровье. Пока походим с... Ну ладно, нет. Тут на пару выстрелов должно хватить, конечно. Мы вначале вернулись. Давайте сохранимся, что ли, пока. Прикупим патрончиков. Майор, оружие или способности? Так, давайте-ка сначала мы прикупим расходничков. Штучек 5, 6, 7. 7 давайте купим. Ну какой еще? Не все. Торопится, не дает нам ничего купить. Так, дальше. Еще нам нужны патроны. Патрон нам нужен дробовичочек. Хотя бы чуть-чуть. Так, давайте по складу посмотрим. Выберите желаемое действие. Что-то нам переложить нужно. Вот эти нам не нужны. Нам вообще надо автомат. У нас для автоматов патронов пипец. И для пистолета жопа. Нам нужно срочно сделать этот, как его? Срочно нам нужно сделать... Все влезет, в принципе, да. Разбор. ДПМ можно разобрать, что ли, получается? Может, правда, разобрать? Ну, давайте пока тут ничего делать не будем. Способности доступ еще глянем и сохранимся потом. Что там у нас по способности? О, 209. Так, у персонажа надо все...
Максимально. Так, сопротивление физическому урону увеличено, конечно. Обязательно нам нужна такая штука. Что тут еще у нас есть? Так, каждый уважающий себя майор должен уметь пробежать, но скорость бега увеличена. Давайте. Что у нас еще есть? Возврат. Все, в принципе, здесь сделано. Шок. Что за шок? Стужа. 48. Выброс вещества происходит с увеличенной скоростью, что позволяет заморозить цель быстрее. Ну все, вроде раскидали. Сохранимся. Сохранение данных. Так, поехали дальше. Так, ну теперь здесь надо... Здесь нам надо взломать замок. Раз. То есть после того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым бустом? К сожалению, да, товарищ. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Ну, все-таки это наше правительство. Мы же СССР. Мы, да. Но коллектив задумался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в коллектив. Почему? Ведь коллектив задумывался как всепланетное объединение равных друг другу людей. В едином коллективе за людей все будут делать роботы, доступные каждому. В конечном итоге возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой правящей верхушке. Поэтому, чтобы не попасть в кровавые кремлевские жернова, академику Сеченову пришлось ввести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Понятно. Так, ну что, поехали. Подлечиться сразу. Ну, и где здесь самый верх? Там стреляет. Так, нам туда надо. А вот вижу. Попробуйте стрелять их. Где он? Где чувачки? Кто там стреляет? Воу-воу-воу. Под воду. Да уж, нифига не через воду херачит. Ну-ка, они могут в этом рукаве нас фигачить, интересно. Что ты будешь делать? А, попадают собаки. Попадают. Так, нам бы желательно переключиться на пушку. Так, непринт, где это непринта? А чего тут нету в инвентаре? Ну, а что ты? Готов. Надо было их как-то потихонечку устранить снизу. Потихоньку, потихонечку.
Так, что нам надо зайти вот в эту дверочку? Ну. Давай, давай, давай. Есть. Раз. То есть после того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым доступом? К сожалению, да, товарищ мой. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Ну, все-таки это наше правительство. Мы же СССР. Понятно. Но коллектив задумался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в коллектив. Почему? Ведь коллектив задумывался как всепланетное объединение равных друг другу людей. В едином коллективе за людей все будут делать роботы, доступные каждому. В конечном итоге возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой правящей верхушке. Поэтому, чтобы не попасть в кровавые кремлевские жернова, академику Сеченову пришлось ввести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Понятно. Долго ломали тут. Брать-то особо нечего. Как нам в инвентаре вот эти штучки, как нам их? Автосортировка, используя предмет пробел. Переместить в Элеонору. Нам потом надо как-то будет, если что, это использовать. Ну, и где здесь самый верх? Так. Так, нам нужно это использовать. И лечилочку. Куда он? Готов? Все, нет. Где-то еще летучки есть. Надо их тоже устранить. С той стороны, что ли? Не вижу. Не вижу. Так, ладно, нам надо туда наверх, по всей видимости, с помощью... Говорит Захорс, велела передать вам. Как мы потом будем возвращаться, непонятно, к этой Терешковой. Ясно. Так, и чё, давай. Есть. Чувачочек. Давай, прыгай. Собака. Ну,
Это что за штука? Ого! Еще один. Есть. Еще один. Все где-то они вот летают. Че открыли, непонятно. Так, а тут что за ход? Так, ты что за чувачок у нас? Где же эти чуваки у нас летают? Я их не вижу. Даже через сканер их не видно. А там что-то показывает. А мы что, их не просмотрели? А вот тут что-то. Не вижу. Снизу что-то не подсобрали. А там, наверное, на дне был ящик какой-то. Вон, возвращаться уже не будем. Я не нашел, что тут все так сверкало. Что мы выходим, по идее, из комплекса, а эта-то была в комплексе, ее Терешкова, это вторая подружка. А нам же надо ее. Питание подается здесь. Вы уверены? Абсолютно. Почему? Потому что здесь моя любимая гребаная реле. Любимая? А как же колба? Заткнись. Так, сверху три синих. Это вот у нас. Да, однушки, а вот душечка. А как? Так, вот здесь что-то есть. И что дальше? Пипец. Да ну нафиг. Мы вылезли тут жопа. И куда дальше идти? Так, нам срочно нужно. Так, а куда он идет? Назад? Вниз показывает. Может, нам надо назад вернуться? Может, мы рано выходим? 53 метра вниз. Ничего мы не пропустили тут. Куда он показывает? Он куда он показывает? Блин, не пойму я, что надо делать. Рано выходим, что ли? Пока что нам надо назад возвращаться. Сразу отсюда воду прыгнуть. И как? Как нам теперь обратно пройти? Я уже забыл, как мы здесь появились. А вон вход этот, нет? Или просто цистерна? Как мы здесь появились-то?
Мы пролазим. А, тут где-то вход должен быть. Где-то вход. Может быть, как раз через этот вход. А, нет, вход закрылся. Или нет? Рано мы выходим. Мы же Терешкову-то не собрали. Правильно? Но метка показывает сюда. Так, а вы чё? Так, срочно. Нам нужно вот это вот. Так, чувачки, чувачки. Так, где еще чувачки? Все? Блин, зря я сделал, у нас полные же были жизни. Так, собираем припасы. Значит, правильно мы сделали, что вертанулись-то получается. Так, чего там? Так, еще вон вижу. Там что такое? А, это просто чувак. Ну и что дальше? Посмотрим, чем это нам поможет. А, нам надо там открыть какой-то. О-о-о. А как же? И чё дальше? Залезть, что ли, куда-то надо? Блин, нам бы сохраниться. У садец охранка была рядышком. Давайте, пока мы рядышком, мы как раз, слава богу. А то заново тут проходить чеканёшься. Не хочется, не захотелось бы, да? Так, наверх нам надо подняться, как-то он туда, вон. Вот точно, а в корабль вот никак нельзя попасть. Чё, залазить? Ну и чё? Тут вход закрытый. Нам надо попасть на второй этаж. Чё за кнопка? Белуга – самый быстрый и многозадачный из подводных аппаратов в мире. Как на него запрыгнуть-то? Развивает скорость до 78 км в час. Способен выполнять гражданские и военные операции и погружаться на глубину 3000 метров. Я думал, внутрь как-то можно это белуги, так, может, прокатимся. Так, Терешкова, ты меня слышишь? Восстановлено! Эй, Терешкова, ну и где там эта твоя башка? Моя? На месте! Похоже на детскую головоломку лабиринт. Ну, это-то я запросто. И что делать надо? Так, ВС перемещать, КУЕ поворот. А куда она попасть-то?
Куда надо провести? А, вон туда вон. Какой юркий сорванец, а? Так, 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 нам надо обойти, вот туда попасть. Так, пароход где? Тут закрыт, тут закрыто. Непонятно, везде выходы закрыты. А, вот тут вот можно выйти в соседнюю секцию. Я понял. Да как тебя вертеть? Так, вверх. Давай-ка. Так, сюда. Давай, давай. А, кажется, я понял. Так, а оттуда куда дальше? Так, кружок уже рядом. Проходим, проходим. И там вокруг, что ли? Такая вот головоломочка. Давай-ка. Так, а вот тут вот... Дальше надо нам поближе. Сейчас все получится. Не туда. Не туда. Обратно. Еще укатился. Майор, вы вообще понимаете, что делаете? Мы близко уже. Так, не торопимся. Так, так, так. Давайте переместим, чтобы удобнее было. Так. Давай, давай, давай. Подожди, есть. Подожди. Фу. Ха-ха! Вот так это делается! Мой ауф, помните ли вы? Тут больше духлые под ярким белым светом. Среди решающих... И чё дальше? Выстрелившая она... Вниз куда показывает. Чё, прыгать вниз? Тут ничего нету. Давайте попробуем. И солнце эту гниль полило с небосвода, чтобы останки жечь дотла, чтоб слитое в одном великое прерывание. Так, башку я нашел. Надо идти дальше. Как теперь отсюда Крас, убираться? Как думаешь, сколько у нас времени? Не могу сказать точно, но уверен, что немного. Ну, наконец-то. Все запчасти собраны. А, вот на лестнице. Так, сейчас, по идее, должна включиться сирена, я так понимаю. Так... Направо, что-то не идет направо. Вокруг, что ли, обходить? Сохранимся. Сохранение данных. Так, там проход нет, вокруг идем. Ага, тут тоже не пройти. А к нам туда проскочить? Не пропрыгать. Странно. А как нам туда теперь пройти? Прыгать, что ли, по этим облакам? И дальше. Чё, можно этот остров допрыгнуть? Да, допрыгнули. Так. Дальше. Да тут не допрыгнем. Лечилочка. Так, а что за штука? Там не нужна, да? Тут можно сразу, что ли, было бы? Ладно, прям на лестницу. На лестницу. Что-то по этим блокам вообще можно до самого верха пропрыгнуть. Но нам надо попасть вон туда.
Так, Сикс. Как мы сразу до туда допрыгнули-то. Так, теперь сюда. Есть. До этой мы почему-то не допрыгнули, да? Есть. Так, ну и что, и туда напрямую как бы. Есть. Так что там с настоящими бета-коннекторами было не так? Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Чтобы уберечь коллектив от непредвиденных угроз со стороны тех, кто может пожелать починить его себе. Это же невозможно. Коллективы все равны. А, черт, альфа-коннектор. Именно. Например, группа злоумышленников или некая позиция среди равных могла бы попытаться захватить альфа-коннектор. Бета-коннекторы не давали своим носителям никаких особенных полномочий, но они представляли... Так, у нас еще есть такие штучки, которые пополняют запас. Нету. Возможность присутствовать в коллективе, не являясь его частью. То есть полная автономность при сохранении доступа в общую информационную сеть. Ну и зачем? Это же как то, что у нас есть сейчас. Вы смотрите на ситуацию с позиции людей. А с позиции кого мне еще? А, еще. Шеф хотел надеть кольца на ногу, чтобы они не подчинялись. Ведь в коллективе люди будут плакать. Совершенно верно. Первоначально Катерин Сычин планировал поручить охрану альфа-коннектора своим друзьяшкам, а не преданным ему лично. Находясь в коллективе, он мог управлять ими из любой точки земного шара. При этом никто другой не просто не смог бы отдавать им команду, но даже не знал бы, где они. Что бы вообще я чего-то не понимаю. Можно ведь запустить коллектив равным для всех, а потом просто уничтожить этот самый альфа-коннектор. Можно. Вот только у меня встречный вопрос. Кто же решится на такое? Академик Сечин. Вы в этом уверены, товарищ майор? Да, наверное. Лечимся. О-о-о. Лечимся. Нам куда вообще надо-то? Вниз, Терешковый. Запрыгнем. Нет, тут высоковато. О-о-о. Сразу уж. Так-так-так, а как вылезти? Ну-ка. Да, наверное. Давайте-ка соберем наконец-то пазл этот. Двойка.
Двойка. Семерка. Девять. Девять. Один. Ноль. Ноль. Все части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Я готова к работе. Дорогой товарищ, позвольте нам образовать пусковую пару. Первая часть пускового кода сгенерирована. Запрашиваю подтверждение идентичности. Первая часть пускового кода сгенерирована. Идентичность кода подтверждаю. Произведена смена режима комплекса. Новый режим – боевые учения. Кажется, успели. Спасибо, девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ. Товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно, а говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. Чем именно он справился? У вас все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Товарищ Сеченов, затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385, этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу, вы нарушаете законы СССР в должности министра промышленности. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети «Коллектив» отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо! Я жду вас здесь через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. Сию секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как Штокхаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Запритесь здесь. Что происходит? Запритесь здесь, я сказал. Что-то он сейчас их, короче, походу захочет ликвидировать. Кого-нибудь, какой-нибудь робот на них натравит. Я так думаю, как бы, а там фиг его знает. Что вообще в каком-то другом месте оказались? Непоняточка какая-то. И чё? Альт не работает. Глюканул, что ли, его? Взять нечего, оружия тоже нету. Иди ко мне. Нифига тут. Пчелки какие-то летают. Куда идти-то? Водичка. Нифига. Попали в фэнтезийный какой-то мир крутой. Вообще. Это что за штучка такая? Какое-то домашнее животное без башки. Ну, какие-то может собрать нам. О! Можно собирать вот эти штучки? Какая-то игра такая, что ли? А, мы типа это... Какой-то кошки. Это надо все собрать, чтобы дальше что-то движух пошло, или как? Нифига тут, блин.
Это что-то новое. Так, тут... И что, можно вверх прям пропрыгивать? А как мы так? Прыжок, что ли, какой-то? Ну и как? А, это типа он так вот прыгает. Класс. Да, неожиданно. Печка из сказки Емели. Или как она там называлась, не помню уже. Так, это нам бы скатиться с горочки, типа. Так, тут что у нас? Какие-то печеньки разбросаны. Так, а сюда как залезть? А, вот так вот. Ну, а что дальше не берешь? Фига. Мозолистое тело, таламус, мозжечок, гипофиз. А, это мы типа внутри башки. Это типа... Внутри мы своей головы находимся. Нифига тут. Нифига. А, это вот оно так пропрыгать. Так, мы взяли. Ну а чё не перепрыгнул-то? Блин, не допрыгнул. Так, давайте-ка вот так вот по диагонали пойдем. Еще не запрыгнуто опять. Так, тут все. Тут все, вон еще яблочки вижу. А тут яблочек много. Фига. Как будто церковь такая с куполами, да? Ну да. Так, ладно, прыгаем. Где? Так, а чё не запрыгнул? Ты не пружинишь? О, воу, чувак. Нам надо было на крышу. Вот сюда вот. Да, механик много в игре. Да, чего не хватает этой штучки? Одной чё не схватили. Есть. Так. Вот еще. Да, такого я еще в играх не видел. Подводка что ли какая-то, смотрите. А вон еще. Такие скелеты. Ищи, я здесь. Ах ты! Какой он шаренный. Ах ты опять сбросил. Собака. Не дает взять и все. Так, какой же момент нам лучше прыгнуть? Нет, все разбрасывает. Есть. Забрали. Так, а сюда как попасть? На танк? Не пойму.
там же тоже есть. Как-то на танк надо залезть, походу. Ну да, вот так вот. Есть. Так. У меня аж башка заболела от такой вот этой вот игры красок. Ну что ты не берешь? Риск очень надо находить, чтобы взять. А тут-то такое. Типа надо что-то такое. Тут ничего. Вау. Как обратно-то попасть? Блин, что занудно залазить? Жалко. Даже вода как-то чуть-чуть двигается немножко. Мы там много собрали, сейчас по идее не так много надо собирать будет. Где-то кто-то стреляет. Может, нам сразу туда он надо? Ну, сейчас посмотрим. Нет, еще он есть не собранный. Ну куда ж ты? Никак нам туда забрать нельзя. Короче. Не все надо собирать эти штуки еще. Да, скорее всего, конечно, все. Ну там. Много осталось. Блин, еще прилично. Блин, я думал, промеж них, если встать, то она не будет действовать так. Да, вот это вот у нас тут миссия. Ну, что-то как-то я думал, тут должно как-то попроще быть все. Что-то пипец какой-то. С роботами легче было фигачить, чем эти яблочки собирать. Потому что тут такая последовательность горелая. Вот все они упали. Пипец. Ну ладно, промотайте, кому неинтересно. Так, ладно, сначала на лодке соберем, потом уже полезем на самолетик. Так, конечно, сделано все красивенько. Что-то он на кого-то нас натравил, что нас так аж глушануло, что мы даже вообще куда-то в подсознание ушли. Так, когда нас ловить, они все скрываются. Вот сейчас хоп. Нет. Оп, все. Нет. И вот они все. Фух.
Пошли. Там еще осталось что-нибудь? Одно яблочко осталось. Но пока мы уж прошли, надо вот это вот все собрать. Собрать надо. Так. Почему они так не берутся прям сами? Прям какой-то Супер Марио. Перепрыгнуть, что ли, надо? Такие лапки у нас стоят. Очнись. А может, нам не все надо было яблоки собирать? Патрис, сынок, ты жив? Кажется, да. Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Десятка-полтора. Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь, никто не выжил. Прискорбно, но это ничего не меняет. Отдал. Коллектив должен быть запущен. Совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаил. У нас мало времени. Левая, помоги. Как ты, сынок? Я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент. Сам их хлопнул, походу, да? А это как вот заставки по игре, такая же, это под музыку они там в трейлере были вот эти кадры. Хотят запустить этот программу, это что?
копию, что ли, делают этого генсека? Или как его там? Ногами только делали, неясно. Что? Что это было? Последняя дань усопшему. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто смог подключиться к узлу? На такое способны только два человека. Вы и Петров. Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров — это прежде всего голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Когда твой пособник — нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Сынок, ты слышал? Найди его. Действуй. Еле ходит, кого-то еще искать. Вот такие вот дела, по моему мнению, это раз. Получается. Что это там было внизу? О чем именно вы спрашиваете? Кто перебил комиссию? Согласен. Кто перебил госкомиссию? Как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, и я вместе с ним. А что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? И что он накапливает? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшему. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченову. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Допустим. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомей. Так будет лучше для всех. Крас. А почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там, информационный накопитель, выглядит как человек? Такова была идея академика Сеченова. Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сечного изначально, как близнецы балерины. Когда Дмитрий Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, тот всегда находится рядом с ним в качестве дополнительной охраны. Чего? Охраны? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор? Зачем нейрополимерной субстанции, способной в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось умение самостоятельно передвигаться? Твою ж мать! То есть эта хрень может подойти к кому-нибудь сзади и убить мгновенно, не оставив следов? И возникает версия о том, как некто погибший без свидетелей при загадочных обстоятельствах поскользнулся и упал в ванну с неким никому неизвестным агрессивным полимером. Ебучий пирог. Есть над чем подумать. Так, ладно, эту серию на этом будем заканчивать. Я надеюсь, тут где-то рядом есть охраночки, и мы тут же появимся, где были. Так, вам, пока нас тут не пришибли, давайте, ребят, до новых встреч в эфире. Всем спасибо за просмотр!